Где ты взял это чудо? Покажи еще раз его. Это кошелек или что такое? Это как пенал в Майнкрафте. Пенал для... Да ну нафиг. Очень интересно. Ты меня удивил. Еще раз покажи, что это. То есть это пенал. Теперь ты его застегиваешь. Не спеши, не спеши. Если хочешь. Прикольно. На самом деле. Ну что тебе сказать? А я тебе вот что хочу показать. Раньше, когда не было таких кошельков, которые ты сейчас показываешь, деньги носились в мешочках, вот так вот. А-а-а. Просто в мешочках. Это называлось... Там монетки. На, там монетки. Это называлось. 5 золотых тебе. Я у тебя покупаю этот кошелек. Ты готов продать его? Сколько там? Хороший вопрос, подожди. Я тебе говорю, там 5 золотых. Нет, там больше. В сумме там 5 золотых. Как? 5 золотых? Как 5 золотых? Вот ты мне скажи, теперь ты готов продать этот кошелек свой, вот этот классный, который из замка состоит, вот за этот мешочек денег? Да. Готов? Ага. А если там будет гораздо меньше? Я сейчас разорву, посмотрю, а кошелек стоит. Нет, это уже не честно. То есть ты или давай мне кошелек и все, забыл про него, потом открываешь. Скажи, сколько там? Я тебе говорю, 5 золотых. Чем ты видишь, там денег-то больше? Это не значит, что их всего 5 монеток. Это 5 золотых, это может быть 5 долларов, это может быть 50 центов, это может быть 5 тысяч долларов. Это может быть 5 рублей, 5 тенге. Нет, это правильно. Вот что тут. Да-да-да, такие монетки. Так мой кошелек или нет? Твой. Кошелек мой, ты мне его отдал за эту кучку монеток всего? Да. Ты лоханул, сынуля, ты лоханул. Конкретно. Видишь, я знал. Вот я тебе говорю, ты лоханул, кошелек-то теперь красивый. Мой. Ну это несправедливо уже получается. Можно за это в глаз получить. Ты в курсе? Я машинку маленькую. Машинку маленькую можешь себе оставить. Нет. Великолепный кошелек. Теперь мой получается. Нет. Ну как это нет? Мы же с тобой договорились. Ты что хочешь сказать? Ты не отвечаешь за свои слова? Мой кошелек. Ну подожди, ты отвечаешь за свои слова? Нет. Если ты сказал, надо делать. Что делать? То, что ты сказал. Ты сказал, если я тебе дам этот мешочек денег, значит кошелек мой. Правильно? Да, он твой теперь. А вот эта кучка денег твоя теперь? Ага. Так там всего 3 доллара-то. Ты мне продал этот кошелек за 3 доллара? Да. Потому что он стоит за 2 доллара. То есть ты доллар наварился, да? Да. Хитер.